что еще хочется сказать с нашего кемпа. То есть много было учеников, много было катающихся, много было общения. Вот, и наша работа была бы, наверное, неполноценной без вот таких вот радиостанций марки Rotor. Значит, радиостанции миниатюрные, тем не менее, дальность действия, ну, то есть, ну, дальше километра мы не проверяли, то есть на километр в море уходили, и больше уходили, связь была четкая, нормальная. Значит, свободное от катания время раздавали рации своим друзьям, ученикам, поскольку жили в разных местах поблизости, в разных отелях, чтобы согласовать какие-то действия, пойти там куда-то встретиться, пойти на каталку. То есть пользовались этими рациями очень удобно. Вот. Естественно, эти рации были незаменимы вот в таких аквапакетах для обучения новичков. Как только новичок начал сам кататься, делать какие-то ошибки, очень удобно инструктор либо с берега, либо стоя где-то в воде позади ученика, чтобы не перекрикивать ветер, в рацию что-то говорит. И ученик, рация крепится на шлем, значит, на шлеме все слышит команды, что ему надо делать, что он делает не так, как поправить и так далее. То есть очень удобная вещь для обучения и вообще для пользования на берегу. Вот, очень рекомендую. Спасибо, с вами был Дэн Змей, третий кайт-кэмп, Египет, Хургада, отель Панорама, бунгало с Хургада. Спасибо.